15 апреля 1944 года через перевал Ай-Петри передовые части 16-го стрелкового корпуса вместе с партизанами подошли к Ялте. Со стороны Алушты к ним на помощь выдвинулся отдельный танковый полк. В ходе ожесточенных боев Ялта была освобождена от фашистов. Крымский писатель Анатолий Домбровский, который подростком пережил немецкую оккупацию, рассказал, как крымчане встречали советских солдат. «Я разрывался от счастья, задыхался от радости, как и мои односельчане. Мы перетаскали нашим солдатам все съестное, чтобы их накормить. Мы целовали танки, на которых они вошли в село. Кричали «Ура! Победа!» До победы оставалось 389 дней.